Всем привет! С вами международная компания REST Property, самое крупное агентство недвижимости в Турции и застройщик. Сегодня мы неспроста приехали в район Кестель. Во-первых, это один из самых популярных районов среди иностранцев, которые приобретают жилье в Алании. Находится он в 5-10 минутах езды от центра города. Здесь есть стабильное транспортное сообщение, супермаркеты, магазины, рестораны, детские площадки, русский детский сад, школа и университеты, отличные пляжи. А вот отелей мало, большой плюс. Подробнее о районе Кестель, его особенностях и преимуществах узнайте в отдельном видео, ссылка находится в описании. А какой район Алании нравится вам? Пишите в комментариях, и наши лучшие менеджеры подберут в нем специально для вас самые выгодные предложения о продаже и аренде недвижимости. Во-вторых, здесь находится отличное предложение для тех, кто хочет приобрести себе абсолютно новое жилье в комплексе с инфраструктурой отельного типа, и все это на первой береговой линии. Представляем вашему вниманию проект, который готовится к сдаче в 2020 году. Комплекс будет располагать следующей инфраструктурой: летний и детский бассейн с аквапарком, зимний бассейн с подогревом, финская сауна, римская парная, турецкий хамам, фитнес-центр, кинотеатр, игровая комната, а также подземная парковка, охрана и видеонаблюдение. Айдат за пользование инфраструктурой и услугами управляющей компании составляет 52 евро в месяц. На продажу от застройщика выставлены апартаменты и дуплексы следующих планировок. Можете ставить видео на паузу, чтобы рассмотреть их детальнее. 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь в зависимости от планировки будет от 102 до 210 квадратных метров. При покупке вы получаете апартаменты с полной чистовой отделкой, установленными санузлами и качественным кухонным гарнитуром. Кстати, благодаря расположению отсюда будет открываться вид из всех квартир либо на Средиземное море, либо на Таросские горы. Выгода приобретения жилья от застройщика заключается в том, что такое жилье стоит на порядок дешевле, нежели уже готовое. К тому же гораздо приятнее быть первым владельцем апартаментов, выбрать такой дизайн интерьера, такую мебель, которая будет нравиться именно вам. А вот в ее приобретении и в преображении вашего нового жилья, в его благоустройстве поможет наш послепродажный сервис. Купив квартиру в этом комплексе, вы обеспечите себе не только местом, где можно наслаждаться качественным летним отдыхом, местом для постоянного проживания, но и постоянным источником пассивного дохода. Ведь сейчас все больше и больше туристов предпочитают останавливаться не в отелях, а именно в апартаментах. А богатая инфраструктура комплекса, района и, конечно же, расположение обеспечит постоянный поток клиентов как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду. При строительстве используются все новейшие приемы и самые качественные материалы. Именно поэтому комплексы Турции сохраняют свой презентабельный внешний и внутренний вид на долгие годы. Квартиры будут оборудованы панорамными окнами с двойным стеклопакетом и алюминиевыми рамами. Будут установлены теплые полы в ванных комнатах. Но пока идет строительство, можно внести изменения в план и оборудовать ими все комнаты. Друзья, с каждым новым этапом строительства стоимость апартаментов возрастает, поэтому успейте приобрести абсолютно новые апартаменты по выгодным ценам. В зависимости от этажа и планировки они варьируют. Минимальная стоимость 114 тысяч евро. И только наша компания дает гарантию лучшей цены на рынке турецкой недвижимости. Нашли дешевле? Мы снизим цену. А на сайте restproperty.ru, в самой полной базе объектов недвижимости, вы сможете найти еще больше информации об этом предложении. Его номер 7124. Или же можно просто пройти по ссылке вот здесь, или же по ссылке в описании. Ну а если вы всегда хотели сами построить дом на берегу Средиземного моря, наша компания предлагает услуги по застройке объекта недвижимости по эксклюзивным проектам заказчика. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых выгодных предложений. До скорого!